квашеная капуста по моему любимому рецепту. Любой сможет это приготовить, я вам гарантирую. Погнали! Для рассола нам понадобится 0,5 литра воды, 1 столовая ложка сахара, 1 столовая ложка соли, нам понадобится 10 штучек черного перца, кружочков, кориандр 1/2 чайной ложки и, конечно же, лавровый лист. Все это в рассол. Ставим все это на газ и прокипятим 2 минуты. Нарезаем капусту. Нарезаем ее тоненькую и длинненькую. Кочан нам не понадобится. Вытираю 200 грамм морковки на крупную терку. У меня здесь 2 кило капусты. Морковочку распределяем. Немножко сюда, немножко сюда. Столовая ложка соли. Так получается, у меня 0,5 столовой ложки сюда, 0,5 столовой ложки сюда. Столовая ложка сахара. 0,5 столовой ложки и 0,5 столовой ложки. Немножко помассажировать, но не слишком сильно. Я вымыла банку, обдала ее кипятком и утрамбовываем нашу капусту в банку. Нужно ее хорошенько утрамбовать. Банку кладем на тарелку. Наш рассол. Листы я вытаскиваю. Вливаю рассолом. Беру бумажное полотенце в несколько рядов. Сворачиваю и закрываю. Капусту оставляю на кухне на 3 дня. Все эти 3 дня, 2 раза в день. Буду убирать это полотенце, беру любую палочку деревянную, протыкаю до конца, и 2 раза в день нужно вытащить все пузырьки. Опять кладу полотенчика и закрываю. И так 3 дня. На 4-й день убираю в холодильник, и через 5 дней уже можно кушать. Всем приятного!